Вечером 5 июня в новом здании Музея современного искусства открылся арт-проект «60-е» легендарного Владимира Тарасова, художника, джазового музыканта, композитора из Литвы. В нашем репортаже не только впечатления об открытии, но также эксклюзивное интервью с Еленой Хангой, председателем оргкомитета Международного музыкального конкурса фестиваля джазовой импровизации. Открытие арт-проекта «60-е» в новом здании Музея современного искусства привлекло огромное количество участников. Творческая элита города, музыканты, художники, писатели, журналисты хотели встретиться с легендой джаза Владимиром Тарасовым, который приехал в наш город по приглашению продюсера фестиваля «Мастер Джем Фест» Михаила Фрейдлина. Владимир Тарасов – человек необыкновенный. Одесситы знают его в первую очередь как музыканта, композитора, дирижера, талантливого перкуссиониста. Но это еще и интеллектуал, владеющий несколькими иностранными языками, высококультурный человек. Это человек – истинный образец того, что называется артист. То есть он не художник, который рисует, и не сугубо музыкант, который только музыку делает. То есть ему подвластно вот слияние именно аудиокультуры и визуальной культуры. И это человек-европеец, он мыслит современными категориями, и он показывает мир такой, какой вот он есть. Визуальными работами Владимир Тарасов занимается более 20 лет. В Одессе он показывает три своих видеоинсталляции. Первая – огромное колышащееся маковое поле, из которого возникает то один, то другой музыкант. Работа посвящена 60-м годам, когда, как говорит сам Тарасов, очередная волна творческой энергии дала возможность каждому музыканту и художнику создать свой неповторимый стиль. Многие артисты увлекались допингом, но допингом в те годы было и одурманивающее чувство чего-то висящего в воздухе, когда музыкант, а через него и зритель, становился частью этой энергии. И поэтому это как бы мое посвящение тем временам: Джанис Джоплин, Джон Колтрейн, Гленн Гульд, Майлз Дэвис, Джимми Хендрикс – это, собственно, лучшие люди 60-х годов, то, что касалось вот музыкальных, понимаете? Вторая инсталляция называется «Между». В детстве Володю Тарасова возили на пароходе «Гоголь» по Северной Двине. Это не мы разглядываем старый пароход, колесник, шлепающий по реке. Это он разглядывает нас, думая о чем-то своем. «Вот так, наверное, я услышал звучание места», — говорит Владимир Тарасов. В этом завораживающем бесконечном движении колеса и брызгах воды Тарасов увидел и услышал игру щетками на малом барабане. А внутреннее состояние и эмоции – это контрабас Марка Дрессера, выдающегося американского музыканта, с которым Владимир Тарасов много играет вместе. Третья работа – «Последний пейзаж». На ней спектакль, который представляет замечательный французский хореограф Джозеф Натч, а Владимир Тарасов играет на барабанах. Хороший мой приятель, с которым мы отработали 10 лет во французском театре. Это наш дуэтный спектакль, сделанный по заказу Авиньонского фестиваля в 2005 году. Называется «Ласландский. Последний пейзаж», где Джозеф наш танцует, а я, естественно, играю на барабанах, то есть я делаю то, что я умею. На открытии выставки собралось немало музыкантов, участников фестиваля джазовой импровизации, в том числе из-за рубежа. Были Анатолий Кролл, глава жюри, и Елена Ханга, председатель оргкомитета фестиваля. Есть очень много фестивалей в мире, где приезжают люди, играют то, что они выучили, то, что у них хорошо получается. Это одна история. А когда люди импровизируют, и жюри, очень уважаемое жюри под руководством Анатолия Кролла, оценивает именно процесс импровизации, вот такого нету. И я надеюсь, что зрители, которые придут к нам на фестиваль, оценят это. И они смогут стать чуть ли не соучастниками этого таинства, потому что импровизация – это таинство. Все будут и барабанщики, и там пианисты, и там басисты, и будут каждый раз тусовать. Это не то, что они привыкли к своему коллективу и там комфортно играют. Это каждый день будет что-то новое. И мне кажется, что это будет настоящий праздник джаза. Этот праздник джаза проходит в Русском театре каждый вечер с 5 по 8 июня. 8 июня на гала-концерте фестиваля легенда джаза, перкуссионист Владимир Тарасов выступит с премьерой, дуэтом вместе с легендой Одессы, пианистом Сергеем Терентьевым. Елена Мазур, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».